Да, давай ты протопал. Меня нету протопала. Надо сделать, им ходить тоже. Священный живой. Протопал, да? Осина, ШП, интоксикация, демон. Никчем фурик, тщеславие АДК. У меня будет другой рыб. О, про товар у него флоу есть. Зайду через 2 минуты, так я досрочно. Посвященно, ты можешь фулл инс потанчить этим протопалом? Не-не-не. Да мне уходить надо, я не смогу. Сам. Я забыл, ты писал, через полтора часа уйдешь. Нужно вместо тебя повороте взять, но тогда ретрика не будет. Кто может еще на ретрика зайти? Клайман. Сейчас, секунду. Камелем нужен или нет? Если нет, буду ханта дали качать. Пока нет. My love for you, ты тут? Бога. Да, или боже. Ладно, идем пока так. Ваня плюс минута. Вижу. Так, просвещенный, ты бафал что-нибудь? На кулак добавьте. Один копал. На сумануть Каспу. Танка. Ну, поставь просто шкаф, где... Ладно, не надо. Бейте трэш, не тратьте сейчас время на сум. Давай копать, что посвящен. Так плохо, давай стадо, вызывай сакру, давай кокона, сбиваем гимн от хил, клота, как косина. Дал гимн. Сбивайте косты с луги трона, давайте свои чешки. Поворачивайте с луг трона от рейда. Блять, я в этом коконе не могу хилить. Еще гимн от хил и хильте просвещенного. Видишь, как все плохо происходит здесь. Сейчас закончу с собой, поднимем людей. Роль. My love for you, ты тут? Она писала, что на 10 минут в магазин отойдет. Дайте бафы, шестов нету. Маны нету, вот что. Катик нету, кулаков нету. Ты же крестом, что ты не споешь? Нагрите быстрее. Хватит отсюда, у них не без. Thank you.
Давайте добейте мелкий трэш, потом большой. Почему уничтожаторов и кашет в Агримаре? Потом... Стрим запускают. На полчаса каждый раз. Сейчас на стриме будет видно, как я ему ЕП отнимаю за каждый трек. Че, может, тресните? Да. Ты кто? А хуй знал. Хуй сгорит. Лера, ты примешь сон? Есть у кого-то фиолетовый камень? Да, давайте, сумоньте. Ты разрешаешь, да? Да, можно. Угу. Кралька, а можешь сделать СПД дух? Ваня, можно тебя сумануть к рейду? Ну просто же... Где дух? А. Тоже возле ребра. Трэшем танчил. Мы благодарим вас, что вы подошли к нам. Точняки уничтожают. Спасибо. А Джулин? Тоже зайдешь, нет? Давайте да. Бафаться. Напишите в РК, на какой спек вы роли. Я кресты бафы. Ничего, еще одного мага не будет? Зачем мне уже? Мука обменяться, что такое? Кинешь там на какого-нибудь вара условного и сойдет. Олег, я кресты бафы увеличу. Да, давай бафы кресты, попал каску, освещенный кулак. Ну что, два лема, да? Ну пускай будет два лема, не помешает. Нихуя себе, первый раз вижу такой рейд. Было четыре. Четыре было. Вот. Рыба, уничтожатор, БДК, селфи, шмарон, комбо, трога, фейл, кот. Так, стой. Пол. БДК сама. Кто? Он или я, блядь? БДК, трест, свой уничтожатор, Теркус, АДК. Зарахулка, кем идти? Тершамы или... Тоже настроился танком, чуть фласку, блядь, не выпил. Хазарак. Ой. Хазарак, это ТВК? Он нахуй шел. Так уничтожатор да, же не умеет танчить. Там этот маг писал, что отойдет на 10 минут куда-то магазин, вот он пришел. Давай. Ты ему уступаешь место. Просто, ну, мы сейчас просто еще когда не повесили. Я понял. Я думал, он не придет просто. Но он пришел как раз. Ну как это вовремя. Я не приду? Ну, не знаю. Сейчас опять отойдешь после ребра на 10 минут, наверное. Делать нечего. Ага. Она за бухлом ходила, ей Трифер но... там про Вискай рассказал, по-любому побежала. Ну да, да. Трифер. Есть, что есть. Давайте бафы по второму магу, каску, пристабаф, лапу, МК. Чек на пул. 18.35. Кстати, да. 37. Компания 34. 32. Все готовы. Макрос на пул пошел. Уничтожатор БДК. Давай, ты там стрим включил уже, пожалуйста, сыграй по тактике, Валера.
Что, мы сейчас вернем? У меня власть крови, если что, блядь. Что не помнит? Ну, такое бывает, когда ты забываешь сменить власть. Не переживай. Я-то свою сменил. Лайман. Лайман, поднимай Таркоза. Давайте каску, кулак, крестобаф и лапу этому человеку, который выпил виски очень много. Видите, шипы. Танки, разбегайтесь, там сейчас вихрь будет. Стоим просто в везде, в центре. РДД бьют боссы, милики, мелкий трэш, с лыжи выбегаем. Сакру давай. Клотта гимна отхил, Филипец гимна отхил. Разбежались. Шип в ребре, сбейте, это Эршам. Разбежались от луж. Немножко не пошло все не по плану. Опять шипы. Играйте все в шипы. У нас конь стоит вместо резист. Да, вот. Вот что ребро в рейде делает. Видите, когда у руками. Давайте, собрались под босс опять шипы. Играйте в шипы. Владимир, ни один не баф, пиздец. Да, это шок. ТГП. Они очень заняты своим ДПС, так как они все сейчас на стриме. Здесь у Валеры открыт аккаунт на стриме, да? Да. И пользователи видели, кто в первых списках героев? Пиздец. Скиньте ссылку на стрим, плиз. Баркаю скинул. Так, осколок, кто там? На осколок быстро, плюс. Число я вот еще лайк не поставил, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй, первый босс на стриме и слаг. Валера, Валера. То, что за контент предлагаешь людям. Какой слаг? У тебя власть льда стояла или нет? Глаз, пошли, бьёшь трэш. Блять, а как я согрел тогда? Не знаю, таун там, наверное. Да нет, я не жал. У таун-то нет даже на панельке у АДК. Можешь потом запись посмотреть? Нет на панели. Что ты говоришь? Смотри, ну, я когда бежал, я дал уже убили правый дом. Да, я как бы первый его ударил, и он мне 17 тысяч нанес дамага. Но потом почему он дальше стал бить меня? Ты ЛПшки не кидал, что ли? Так, Косина, давай гимноману. Там тотем. Даже будет гимн, интересно посмотреть. Ману, а ну что, на ключе все твои видео, да, если что ли? Да. То есть мувики Войдата не хотел смотреть. Он отвечал больше. Там мувики Войдата такая параша, я их уже насмотрел. Давайте, добы дека слева, протопал справа, с пола сливаем капельки паладины, соло звездопады, ДК антимагию, паладины баблы сразу сливаем. Отменяем баф защиты от темной магии. Когда кто-то в контроле из игроков стопаем, а у я дамаг по максимуму их контролем. Кроме его, это если вы в контроле убиваем. Убегаем от духов, которые появляются на второй фазе. Отбегаем от луж, играем в трэш, когда он появляется. Таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Так, никто не падал, бег. Кроме меня. Ну, это таки. Ладно, давай. Боять себе. My love for you, ты где? Подпинайся. А, давайте, слева милики, справа РДД бьют. Помогаем друг другу, вышел трэш, играем в трэш. Первый напол на второй фазе она уничтожал. Вышли с лужи, сейчас будет контроль. Готовимся контролить. Помогаем мне диспелить проклятие. Приоритет контроля, фурик, код, хант, рога. Законтролил квадрат, контрольте остальное. К
пересекаться, давай СС на Фога. Новый трэш. Сыграли в трэш. Джулиан, спой гимн на ману пока. Готовимся к контролю. 5 секунд до контроля. Ходим с лужи. Два хила в контроле. Трусы контроля мага. Диспелим с леди хоты. Законтрольте мага. Бьет меня по 20 тысяч урона. Переводим сейчас леди на полного уничтожатора. После первой фазы сразу пойдет трэш, с него, в него играем, смотрим, куда звездочка ходит. Уходим все на дистанцию 8 метров друг от друга, РДД, и сыграли в трэш, все в трэш играем. Вышли с лужи, отбегаем от духов, сливаем звездопады, каплинг. Сейчас будет контроль и появятся духи, отбежали. Двигай леди, контролем квадрат. Законтрольте миликов, приоритет, кота, трусы, луну. Наполеона, тщеславие, ханты, роги. Играем в трэш. Сейчас выйдет трэш, отбежали от духов. Бегаем от духов, не хлопаем, вот как сейчас. Да, Серега, блять. Никто не умер. Какая разница, ГП нахуй. Вышел трэш, играем в трэш, вышли духи, отбежали от духов. Через 5 секунд контроль, надо быстро залить духов, быстрее. Теперь наполеваем на уничтожатор, вышли с лужи. Сейчас будет контроль, стопаем АОЕ дамаг. Смотрим за контрольных людей. Контролем квадрат, квадрат это мили. Помолчи, пожалуйста. Ах ты сука. Клаймон, подымай Леголаса. А, звездец, залейте иннеры. Вышли духи, отбежали от духов. А у меня КД. Вот, поднимай Леголаса. Играйте, добивайте трэш. Если есть иннеры, заливайте звезде. Дайте бафы по звездочке. Играйте в трэш, отбегаем от духов. Каску, крест по шаману. Бафайте ханта, истобаф лапу. Так, напуливаем дальше. Контрольте миликов, рога, вар. Ферните, стопайте АОЕ дамаг. Класс, били рогу. Фога, поднимай квадрат. Отбежали от духов. Духи в милизоне отбежали. Да, вот так и надо хлопать, правильно. Хорошо, что сакру перед духами дал. Энрик второго духа хлопает уж. РЛ, блядь. Другого и не следует ожидать от Dark Stars. Давайте, Маля. Каску, кулак, пороги. Да ё-моё, да не шмот на распыл. Не знаю, потом как-нибудь слим. Кому-то надо вещи на мейн, на оф плюс. Чё говоришь? Вещи кому-то надо, серебра леди, на мейн, на оф. На оф кольцо серебра, да, если может. Ну сейчас, по ходу дела разрулим. А там какого кольца, на хила? Не, ДДшно. Эти кулак и каску пороги. Давайте, вы слышали его. Пойте гимноману, когда будете сейчас бить трэш. Послали нам вас. Смиритель небес. Вот еще. Ну, мы наручи роли. Лорд Молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Сейчас дам клак тебе руку, подожди, бой споет. Шлем нам танка кому-то надо. Как не нужно это для коллекции чисто. Коллекция, что вы шли? А? А что там еще
Падало кольцо какое-то. А серебро. Бой висит. Переливал. А, спал. Олег. Что? Просьба, посмотри, пожалуйста, кто выше ППР, Смартхилл или Дубасик. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота. Дубасик. Смартхилла, по-моему, в рейде даже я нету, не вижу. Но нет. Так меня нету в рейде, да. Дубасик. Запустил. Дубасик 15. Дубасик ниже. Он смарт-килл 25. Ну все, тогда я захожу на за кольцо. На Вале. Ну это кольцо с Вали, а не с кораблей. Да, но чтобы узнать, есть ли смысл заходить. На мейн кольцо. На офф. Я сейчас а это коту идет? Да. Да. А Олег, коту эту часть сделать? Нет, потому что человек уже рулит на офф. Хорошо. Олег, чай пойду сделаю по-быстрому. С отнятием 200 ЕП. Самая лема у тебя есть? Вообще не одет. Ладно, я спеку свою лему, но с руки вы похилите втроем. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Вдруг шаман псовает. Быстрее. Дружинники, огонь! Проходим корабль, сразу запуская сурка. Дать интеллект Ханту. И МП5 еще. Торкра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Буду наверху танчить. Меток больше мой. Танчили, как всегда, мы танчили. Вы люди подели на раненскую кругу босса. Осколки действительно никому не надо? Чего вы не надо, что ли? Мой мальчик погиб у врага. Хочет осколки пособирать. Чтобы забрать его тело. Плащ. Ебать! Ко мне надо. В уфе нельзя отдать. Возьмем на друида, если никому не надо. Ну, на оф по роллу, значит, 10% урона.
Уфа, наверное, квест не сделал бы. Слишком далеко. Нельзя ему передать. А руки за посадок отдашь? А в руки можно отдать. Зачем тебе, ты хочешь их распылить? Ну, сейчас это поменять. Ну, могу я распылить. Так, тут надо бить трэш, иначе мы упадем. 10 секунд до боя. Что-то было, блядь. Клаймбин, подымай. Трэш. Земля обогрится вашей кровью. Каску, кулак, пристабав, лапу, интеллект. Сейчас будет Шаман Хиль, хорошенькая Лема, Ретрика. Последний трэш. Будем открывать портал, не теряем время. Воля выпала. Это прям таки валюпад какой-то, даже я своему забрал. Бабочки сегодня тоже упала воля. Так это ж хорошо, Вань, когда она падает, чем, блять, когда она не падает полгода. Согласен. И никому больше не нужна, кроме Лизни. Нормально. Лизни тотем такой же иных, как и хил, блин. У меня этих защитников штук 10, наверное. Ну, пятый спек. Давайте, портал открыли, пошли, погнали. Пойду. Стойте, сейчас Валю приведет. Дайте бафу по себе. Что-то в крест тебе надо, да? Кулак, каску. Ну да. Каска желательно, лап. Есть маны по звездочке Иннер? Гимн есть. Давай гимн ставлю тотем. Можно вторую сагрить, конечно, и отвезти подальше. Не ждать. Ну ладно, уже поздно. Идем сейчас на чуму. Тривальку потом убьем. И налево.
Будрошам, поставьте там на силу природы. Эти кружок. Давайте гнев небес, кольцом, да, маги. Трэш согрели. Сначала играйте. И второго моба. Играйте мелкий трэш. Давайте гнев небес опять. Веди моба вот этого большого портала. То весь ред стоит в нем и получает дебаф. Да, надеется. Ну, такое тоже бывает. Просто не двигается, не хилят, мажут. Включай, Хан всегда включает ауру скорости, когда мы на перебежках. Да есть на тебе каска, я только что бафнул. Кто перед боссом будет перебафнуть? Да есть там каска, в принципе. Компас. А, есть все, конечно. Надо подумать, кто кого рейндж поставить. Писарвы. Мы как-то попал. Восьмой лен. У нас 9 человек на рейнже, да? Угу. Тогда 3 ШП, 2 СВ, ЛМ, Хан, Протопал, Демон. Так, давайте вонючку с агро. Запусти там слева ловушку, сейчас свинка убьем. Релиз как раз подойдет. Так, Зулдрина, интоксикация возле ворот стоите. Пусин наводит Старфол слева от босса. Плаймен лизнит тем справа от босса. Клота и Леголас сзади босса. Стоять возле кузницы вот этих. По два человека с дистанции 8 метров друг от друга. Перебегать синхронно от луж. Плавайте гнев небес, кольцо льда. Парк кидаем по 5 по себе. Да куда все, надо еще одну ловушку. Да, ничего страшного. Вот идут телефон, 2 секунды быстро. Привяжись за кем-то. Ставлю рыбу, у вас есть 20 секунд для бафа. На полах каски нет. Шоу. Каска же есть уже. У меня нету каски. Ваня, это шоу. Ост-
оставьте шкаф сразу, засмоним вами. Ну там раздай каски, еще раз попало, может. Выходите на дистанцию все. Кому я сказал. Сразу выходите уже. С друидом каску тоже. Николас готов. Подожди чуть-чуть. 10 секунд. И звезда вообще. 1, 3. Я готов. 5, 7. Давайте босса, ты встаньте под босса, что там друид делаешь? Зарягаются и вайпимся. Не знаю. Дали под босса прячемся. Ложа разливается слева от ворот, перебегаем. Ложа пропадает, становитесь на то же место, где стояли. Да, никогда никто не заблюет. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Разве на БДК может кидаться ПВП? О, в смысле? Выбирай большого слизня. Нет, там я имел в виду дыба вот этот. Болезнь нет. У него сейчас кинулась болезнь. Была на нем, да. Мы были свидетелями чуда. Это, наверное, все из-за стрима. Перебежали за спину. Все из-за гражданства украинского. Бабл, давай. Просвещен есть, бабл? Есть. Уже слева от ворот. Скоро будет больше слизней в зоне. Ну, разве это такой повел? За спиной перебежали. Через 7 секунд больше слизней в зоне. Я уже не будет. А. Он стакнулся, что ли? Нет, я забрал одного среда. Камеру прижми голову кожу, за спиной перебежали. Ручку там прижми. Так вы можно под конец знать. Включай скорость. Подожди только меня. Силовой плащ на мейн. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Все, побежали дальше. Так. А че, на оф не ролишь? Плоти там гимноману для ультрашам. Для ультрашамы. Гиннеры залейте. Квадрат, кружок, сбегаемся со спорками. Хорошо, брошу, давай после этого босса. Все готовы, убирай ауру с этого, скорости. Мой краснопул. Дистанцию набрали 8 метров друг от друга. 5 человек блюет плохо. Мертвец! Мертвец!
Теркос, вы кто-нибудь, ну короче, подраз, бегись в кружочек. Я как сейчас на вере вайпнулись. Сколько тут не вайпнулись. Друид отошел от меня. Может, что-то починили, я не знаю. Вот, поднимай my love for you. Зулдрина, лизни тотем в метке. И куда ты бежишь? Ёбаный по голове, блядь, конь. Да завали. Так просто там был слизень. Там был слизень, и он отбежал. Кто шиман? Ну, если ты... Ладно, я думал, ты шиман. Да, прошу, а, сейчас три человека блюют. Хорошо. Вот там аура стоит на темную магию. Ну, эти мастера ау. Бога лизни тотем в метке. Сбежались. Кстати, кто-то проверял на этом боссе замедление от лока? Просто... Как смысл? Сейчас... Ну смотри, сейчас босс не кидал одновременно блевоту и едкую гниль. Почему-то он кинул до едкой гнили. Почему так? Не знаю, оно бывает, то кидается, то не кидается. Может, это из-за этого скилла, кто его знает. Просто часто замечал, что присты умирают маги. Ну, потому что блюет время едкой гнили. Ну вот там прист, если на него рыгачка кинулась, там точку не успел прожать, но маги умирают, это, конечно, вообще днище. Олег, там на гнилом что еще было, кроме этого? Я сбегаю квест там. Кто-нибудь быстро один бегайте. А там грудак был, нет, на хули пала? Не. Не было. На углу снизу шкаф, всю монтировку. Так, интоксикация. Ну, ты главное повесь на зеленого слизня. Проклятие косноязычия, а на красного как получится уже. Пуститесь вниз, чтобы ее запустить. Катись. Да. Все как обычно. Зеленому сбегаемся на переходке.
это идет первая, вторая фаза. Если на миликов кидается зеленый слизень, вы отлетаете, вы не сбегаетесь к нему, а бегаете в РГБ зону. Так, все вроде. Ультрашам, поставь Титана на силу природы. Сейчас поем и начнем. Пробуй на рыбу ножи. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы. Повесь щит на уничтожатора. Уже выходим, продаем чуму. Топаем по профу. 85. Не берем проф, эскейп нажали. 84. 83. 72. Все в зеленого сыграли. РДД максимальная дистанция набрали. Хилы тоже. Что там, дроид? Хватай кукол омоложения. Бежались в цель. Отбежали от зеленого. Добиваем на расстоянии. Все, переводим босса. Приходка пошла, все к столу. На ком зеленый добав к столу, на ком красный добав, бьем уже красного, на ком зеленый в звезду встали. Бьем зеленого слизня в спину. Кокосичный передай чему. Бьем зеленого слизня в спину, чтобы вас откинуло к звезде. Было легче сбегаться потом. Джулиан, прожмешь гимн от хил. Все, отбежали в звезду. К зеленому не сбегаться, к звезде стали. Все, сбежались опять к зеленому. Добили зеленого. Все, пошла фаза. Что? Это еще откуда? А сейчас все просто. Пельмени, лево-право. Лужи, колбы. Убивается красный слизень. Да, переключаемся. Клота, давай гимноману. Отбеги от слизня и дай гимноману. Все в красном играют. Раз добьете красного, появится как раз колба. Входим все к месту появления зеленого слизня. Лужи колбы. Раз вылится зеленый слизень, будем набирать максимальную дистанцию от него. Ну почему вынесите, подержите 3 секунды. Побежали от пельмени, становитесь РДД в звездочку. Бежались в цель зеленого. Джулиан, передай чему. Переводите. Профа 2%, быстрее профа, сейчас кол будут, осторожно милики, осторожно, пельмени бежали 2 секунды. Все, переходка пошла. На ком зеленый добав к столу. Кос передай чему. Все, играем по дебафам. Играем по дебафам. Сбегайтесь, потом звездочку как вас откинет. Сбежались. Как вишенка. Ой, извините. Убивайте на расстоянии уже. Колбы. Варва, не забирай. Сразу к воротам. Сколько у нас в руке ДПС было?
270. Он слабенький, рейд. Средненький, я бы сказал. Да? Да, долго бьем. Шутишь, что ли? Да. Быстрее, чем вчера. Вчера был самый худший. Больше, чем 270 там должен быть. Там 324 было, по-моему. Ладно, не пошутил. Мы вчера падали сколько после сурка? Вывати. Колба войду, давай энролом. Раз. За саму-то? У него есть? Да не, ему колба на любого, лафа на любом спейке, даже там вдруг колба хилит. Мне токен, я выше всех. А чем колба с Герой отличается от колбы с обычки? 7 стаков, а не 8, ой, не 8, да. И хасту дает. Ты что, это круче, что ли? И хасту дает еще. Там сейчас Валька еще, помните? Да она по центру летает, наверное, достанет. Там по дороге надо убить Вальку. Достала. Грива, бери Вальку. Ну, Валька прилетел. Наверное, надо убить ее. Давайте ее убьем для стрима. Перекатись, кто может в танках, там просвещен, например. Отойду. При славе. Помогайте трэшбить. Тоньше, точнее. Спасибо. Кто там, танчите сами теперь. Так, сделаю. Откину кто-то. Колбу сберегал. Сова или Элем? Сова, это по-любому. Да, Элем, это правда. Это я сделал, я не отрицаю, но я колбу вам сохранил. Колбу, говоришь, сохранил, да? Ну, я же... Никто не решил не контролить меня. Сейчас Слава ее заберет. Не факт. Либо Олег. Да, или никто, по-моему, не тыкается. Он тыкается после этого трэша. Тут ворота начинают открываться. Начинает тыкаться. Спамьте. Да он уже, блин. Куршуны налетели. Тут трэш не бьет. Давайте справа трэш будем. Ё-моё! Давай, я дам сейчас хороший на пол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте. Главное, что танк взял, теперь нормально. Да, давай, давай Сакру, Сакру. Да, там походу танк сейчас отъедет. Сакру, Гимнл Хилл, давайте, Гнев Небес, Кольцо. Да. Ё-моё. Что это за дырка? Килла, отойдите подальше, чтобы вас не откидывало. Фейл, поднимай селфиш Марона. Вот, поднимай фейла, фейл селфиш Марона. Фейл, поднимай селфиш Марона. Прожимайтесь на фул, короче. Гимнат хил, давайте кресты. Там дал уже. Лотка, давай гимнат хил. Плаймон, поднимай точника. Лаймен. Бога, поднимай кого-нибудь танка. Уничтожатор тошняка быстрее. Пистобав каску по палу лапу. Доставь ты пусть носит в камнях, ищи других. Давайте звездочку. Кружок добить, 400к осталось. Ты, говоришь, звездочку за здопатом даю, блядь.
Там надо было со старта жмякать, я тебе бубы дал и все. Дайте стан по звезде. Вот так ты хоть один без сдох, а так все подохли. Половину. Да череп, бейте 200 тысяч. Череп, бейте 200 тысяч. Сейчас я еще тут трэш подведу сейчас. Да, да. Да, не нягайте дальше. Короче, не, ну так больше лучше. Мало человек взяли просто. Там 7 человек взяло. Ну, выбрал хотя бы, человек 15 сделал. Это, кстати, за это можно, наверное, забанить, да? Как раз и стрим есть. Погодюсь. Здесь ГМ нас смотрит сейчас. Забанит. Человек смотрит. Не правил. Один, наверное. Кушайте. Один, два, наверное, тоже так главное. Шесть человек. Я шестой. Нет, это я шестой. Ну я пятый тоже. Иди, пожалуйста, потом. Да-да-да. Я грудак просто светил, чарил, камни вставлял. Смотрите, четвертая пати пала. Там же где-то чат должен быть еще, не? Или там отключен? Есть чат. Отличие. Справа, блин. Чат трансляции. Давайте фулл баф. Танки готовы, хилы готовы, я пошел запускать. Написано, как целка 25. Там через этот уже можете бить, просто капли ко мне покидайте и все. Друид лапу вафни. Просто. Там я скажу, когда капли кидать, просто еще накинешь капельку на точняка. На первом вихре даже сакру дистанцию набираем, вихрь будет. Давайте сакру. Моя чаша полна. Да смотри, вообще никто не получил урон, может мы реально в обычке? Да не, вроде черепок нарисован. Шмар, я рост падает. Ну, можно рост. Ну, когда еще? КД он еще. 20 секунд. Не переживай. На келе отыграемся. Вихрь появился. Да? Мы так же, кстати, убивали, когда Киля все пили нормально, там капли кидали, все нормально. Нет, только раз. Насладитесь болью. Ну вот так нельзя делать. Клаймон Бэр есть? Да. Ультрашам станешь? Да. Давай, подымай Джулиана. А не, подожди, Фогу подымай. Фога, у тебя БР есть? КД на БР. Подымай Джулиана тогда. Дайте гимн отхил. 2 минуты КД. Отдал уже. Подымайте кинетику, иначе бобо будет. Капар, давай кап. Давайте гимноману, я ставлю тотем. Кресты гимноману. Пардовай капельку.
Ну, пейте кинетику. Молодцы. Эй-эй-эй. Слава Украине. ГПР ДД, что ли? И гимн прочитай, и бей кинетику, вообще не возможно. Ну тогда ты что? Героям слава. Болонар. Героям слава. Живой Беларусь или как там? Войду слава. Чё? Как там в Беларуси? Хай живой Беларусь или как там? Хай живой Беларусь. Да? Тихо. Сейчас будет бобо. Кинетика падает. Кинетика. Где она, блин? Протопал, подбил. Красавчик. Смотри комнату. Ну, уничтожатора подхильте. Далеко. Рокку тоже неплохо. Ну, я кинетику подбиваю Рестер Шамана. Огненный шок кидаю. Что за фигня? Говорю, ГПР ДДшкам надо дать просто, чтоб... Тоже красавчик. Думаю. Два раза подбил. Ну да, рам. О, давайте повторим. А чё, кстати, вчера мы вроде на сайте тоже вайпнулись. А чё, да мы на каждом боссе вчера вайпнулись. Я лично вчера, вот я помню, пошёл в первую пятку, а потом только ожил десятки гири. А что было там, и ВК, или чё, я хуй знаю. Не, ну вчера до спотеря была, конечно, прикольная такая. А, Тщеславия, ты на мейн ролишь? Всем привет. Мне в РС вчера ходил. Привет. Да, одна была. А чё, куда рейд? Я ходил вообще. Или я не ходил? Не ходил. А, ты Палом вчера был. Палом с тобой. Ссылка на статье. А нахуй я Палом ходил? Не знаю, тебе Олег сказал вроде ретрика. Сам. Ты говоришь, давайте типа, фейковый лад, плащ. А чё вчера с РС упало? Классно, по контролю. Тралька упала. Ты вчера оком ходил вообще-то. Играем звезду. Станем звезду. Играем. А чё офигела, редко в рейды стало ходить. Да вчера гости приехали. Спел. Потарчик. Татары? А? Татары? Нет, русские. Таньте, кружок, звезду играйте. Что русские, что татары, один народ. Да не говори. Ну ты же тоже не сказал это, русский, ты сказал татар. Блин, плохо слышно почему-то. Да мы устали уже, падаем на каждом трэше. Слышь, Олег, а ты вот после целка будешь пробовать РС собирать или сразу в льду? Ну, пойдем в РС, если убьем лича. Пошли в льду сразу. Нет, в РС сразу. Вот давайте завтра тогда в льду, когда если пройдем, пару РС-ок завтра убьем. Уже завтра в льду поставят там нормальные ачивки, рейдом состав такой нормальный, чтобы был. Ага, он не придет. Ваня не придет, блядь. Меня не будет завтра. Ты меня не будет. Минус. Наверное. Да васап после той РС-ки вообще не придет. Виндель не заходил. Играйте в звезду, кружок. Погнали. Просто контроль звезду, кружок, никто не умрет. Плач падал. Угу. Че, вариант по ПРУ не просел. Да не было. Был в идеале. Да не было, пуща вроде. Было. Что, Саш, ты забыл, ты вроде вчера магом пошел, а потом вроде тебя на лока загнали. Я ж тебе говорю, я помню, что я пошел 25 гер. Целка. Так, а что ты... Кстати, ты был по ПРУ первым, не ролил там что-то. Куда мы ходили между началом ЦЛК 25 гер и 10 гер, я не помню. Странно, что ты не ролил плач, который выпал вчера. То есть тебе надо вроде на локах. Трися по ламбу. Нет, это была другая. Может, вчера в одну ходили? Он пиздит, ебать. Мне он нужен на мага в приоритете. А при чем тут лок? Так ты во вторую магом пошел и плач выпал. А потом, говорят, одна РФ была. Ночью мы в третью пошли.
19, какой 20 ночи? Я помню, второй час мы уже в 10 гер были. Нет, этого не помню. Мы после ЦВХ были, потом в РСК пошли, с клоями собрали с волчата. Да. Инту, МП5. Давайте интеллект по ходу. Мы даже часа не идем, вообще сегодня быстрее рейс. А, ладно, давай просто пульнем. Инту дайте. Давайте без МП5. Не давайте. Давайте без МП5. Не, давай я поставлю тотем на МП5. Давайте без давайте. Блин, Правлянам слова не давай. Поднимайте точника. Кажется. В смысле, я ж только свернулся. Блять. Есть БР? Бля, Олег, срочный звонок. Я, короче, в конец комнаты отбегу. Очень срочно. Иди. Становись под лану, дайте каску. Крест. Крестобав, что-то мы расслабились как-то. Только Вовку сыгнул, там музыку другую поставить. Слышь, что есть эти точняка уже. Да есть еще БРы. Клайман КД. Дымай в ВФР, фейл. Давай, вставай. Ну, я уже нажимаю быстрину. Давайте каску, пристава в лапу опять. Кулак побега. Как-то умер без спасобилы, кстати. Тут сори, тебя поналивали. Трах сейчас дадите тут. Вот стоит аура на темной ноге. Жорк потом. Даем сакру. Представление. Надо подождать.
умеет сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Че, готовы агрить Реш? Уже. Давай. Ну, я пойду пока сдам квест. А лут ты будешь ролить, нет? Я забыл печеньку разролить. Кому-то надо было? Ну да, героически мне нужно. Ну ладно, сейчас пойду вернусь. Бля, да забей. Ты пока добегишь, нахуй уже до лича дойдем. Блин, я думаю, что ты быстро разролил. Колье себе забрал. Просто печеньку могу. Пойду быстро покурю. Агеровская бой, да, рулит? Блин, она забагалась, короче. Да-да. Ты ж тебе не возвращаться. Я сейчас пойду. Ты только начал мне трэш, дети. Ой, великий левую, ты правую. Давай тебе ассиста дам. Мерики. Да, великий звездочка, РД печеньку. Что? Что я наделал? Эй, вперед! Нет.